Подходящие условия для футбола сегодня созданы на Олд Траффорд, и погода под стать стадиону. С радостью перехожу к представлению самого главного, комментаторов сегодняшнего матча. Тут все без изменений, как и всегда, для вас будут работать Георгий Черданцев и мой коллега Константин Генич. Очень интересная встреча нас ждет. Матч обещает быть сегодня очень интересным. Надеюсь, что команды покажут атакующий футбол. Идут они уверенно в атаку. Можно подать. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Шикарный высокий прессинг. И мяч снова у них. И пас прямо сопернику. Конечно же, он перехвачен. Можно попробовать подать сейчас. Не стал мяч ловить вратарь, кулаками его выбивает. Хорошо мяч укрывает он. Вратарь отбивает мяч просто и надежно. Навес в штрафную. Хороший вынос мяча из штрафной. В середине поля мяч перехвачен. На фланге мяч. Есть свободное место перед игроком. Вот это да! Отлично сыграно! И на фланг он пасует. Ибрагимович! По мячу попал, а вот поворотом... Мяч у соперника. Можно что-то придумать сейчас. Переходят они в атаку. Есть удар! Опасный удар. Рядом со штангой мяч проходит. Чуть-чуть поточнее пробей, и был бы точно гол. С умом он мяч отдает. Как здорово он голкипера подстраховал тут. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола. Красавец. Отличный отбор мяча. Всегда на Олд Траффорд комфортно и спокойно человеку, в сердце которого живет футбол. Не постесняюсь сказать, что это настоящая колыбель английского футбола. Стадион, ставший историей Англии. Ну решай же! Вратарь в деле, отражает удар. Мяч уходит на угловую. И решили разыграть побыстрее угловой. Никого из адресатов там нет, будет аут. Санчес. Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Манданда. Мяч вперед идет к чужим воротам. Ибрагимович. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Помогает вратарю игрок. Без мяча остаются они. Манданда. Возвращает он мяч обратно партнеру. Снейдер. Здорово мяч у них ходит, и соперник никак не может его отобрать. Все просто, вынос. Мяч у соперника. Мяч уходит к сопернику.
Неточная передача. Вратарь без труда забирает мяч. Глубоко он опускается в поисках мяча, потому что... И... Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. И игрок обороны выносит мяч прямо с линии ворот. Вратарь сейчас просто обязан его поблагодарить, потому что защитник действительно здорово сыграл. Может получиться интересная атака. И вот удар. И на месте голкипер. Угловой нужно подавать, и это возможность для них выйти вперед. На коротке угловой разыграли. И подача туда, в сторону ворот. И выносится мяч из штрафной. Мяч к сопернику переходит. Пас вроде получается. Манданда. Будешь навешивать, а? Выбивает вратарь мяч после навеса. Не дали этой передаче разрезать оборону соперника. И с мячом он идет вперед. Ибрагимович. Наносит удар игрок. Здорово он этот удар накрыл. У команды есть еще одна минута. Ровно столько добавил арбитр к основному времени. Играет в пас команда. Конец первого тайма. Счет не открыт. 0-0. Продолжается наш матч, второй тайм. Хорошо он в пас умеет играть. Снейдер. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Ну, браво, отлично сыграно, очень грамотно он позиционно сыграл. Терри. Умеет он с мячом обращаться, и сейчас это демонстрирует еще раз. Мяч вперед идет к чужим воротам. Продолжают владеть мячом очень долго, пора бы уже как-то обострять. Останавливает оборона эту атаку. Мяч будет введен из-за боковой. Ибрагимович. Есть время и пространство для навеса. Снейдер. Все, ушел мяч за пределы поля. Удар от ворот. Месси. Мяч на фланге, и тут есть свободное пространство. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Искал он партнеров, но нашел только вратаря соперника. Отлично он играет на перехвате, очень хорошо игру сейчас прочитал. Без мяча играть теперь. Мяч сыграно.
И что дальше тут будет? Отличный перехват, очень вовремя. И подает штрафную. Очень хорошо он играет. Сейчас спас команду защитник. Ибрагимович. Хорошая атака прерывается. И дает арбитр. Тут играть остаются они с мячом. С умом он мяч отдает. Двигается с мячом вперед. Подача. Есть там кому принять мяч. Счет открытый. Из логики игры этот гол, ну, никак не вытекал. Да, здесь с тобой трудно не согласиться, но у команды был момент, и они его использовали. Молодцы! Под самый занавес матча забит этот мяч. Наверное, это означает победу. Ну, какие-то пара-тройка минут еще все-таки есть, и на одну атаку их вполне должно хватить. Угловой есть шанс сравнять счет. Вот так вот. Хитрят. Угловой разыгран. Снейда. Мяч в середину штрафной идет. Это гол! Они забили и сравняли счет. Снова равенство на табло 1-1. Перехвачен этот пас. Манданда. Окончательно они завладели мячом и ищут возможность для ключевой передачи. В центр штрафной подача. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Да, подкат-то хороший, вот только мяч он им не принес. Надо дальше защищаться. Крайне плохой пас получился, мяч перехвачен. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Не получилось у них атаку развить, и мяч у соперника теперь. Много еще играть, 10 минут. Снейдер. Игра остановлена штрафной. Счет равный, играть осталось недолго. Ну что, удастся ли кому-то победить? Будешь навешивать-то, а? Выносит мяч защитник. Головой выбил он мяч за боковую линию. В хорошем подборе будет аут. Мяч выбит. Угадайте, кем называется. Снейдер. С мячом вперед он идет. Рикошет. Мяч уходит за пределы поля угловой. С ближним угловой разыграли. Удар. Вот так вот. Что за гол? Да, и команда буквально выгрызает победу. Какой у него удар все-таки получился, а? Мастер! Еще раз посмотрим гол. Быстро они угловой разыграли и подали в штрафную. Все получилось действительно хорошо. И в завершении не сплоховал. Пробил очень мощно и точно. И похоже, что 90 минут хватит сегодня для выявления победителя. Практически не осталось времени. Да, явно спешат они с розыгрышем. Ну, он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. Ну, вы понимаете, если с этого углового команда забивает, у соперника просто не остается времени, чтобы забить два. Разыграть угловой решили через пас. Оставляет мяч. Не всем удается попасть в ворота с такой дистанции, даже по пустым. Этот молодец просто. Но это просто подарок для забившего игрока. Все было просто для него в этом моменте. Вратарь явно ворот потерял. Все, что нужно было сделать, у него и получилось. Довольно простым гол вышел. И выносится мяч из штрафной.
Основное время истекает через одну минуту. Есть куда на фланге пройти. Надо забивать! Похоже, посыпалась команда. Пенальти назначает рефери, и у соперника отличные шансы увеличить разрыв в счете. И тогда, в общем-то, можно уже будет с полной уверенностью назвать победителя этой встречи. Не раздумывает рефери, назначает пенальти и достает желтую карточку. Но это еще как-то можно пережить, а вот пенальти – это уже удар по всей команде. И забивает он с пенальти. Дает арбитр финальный свисток, и нам остается только поздравить гостей. Они провели сегодня отличный матч. Можно сказать, игра в одни ворота сегодня была. Победили они в отличном стиле, от соперника только бутсы остались после такого.